Добрый день, друзья, с вами Буласов Михаил, и сейчас я вам покажу, как с мобильного телефона, со смартфона или планшета выйти в личный кабинет компании Oriflame и совершить заказ. Итак, для этого нам необходимо зайти в браузер, я использую браузер Chrome, в поисковике вбить Oriflame, у меня здесь уже была открыта страничка, но мы сначала Oriflame, открываем Oriflame, поисковик, и первую ссылку на официальный сайт нажимаем. У нас загружается личный кабинет компании Oriflame, мобильная версия, имеется у сайта компании Oriflame основная версия для компьютера, для персональных компьютеров и для сотовых телефонов, для устройств на Android и iOS. Итак, для того, чтобы нам войти, необходимо нажать на кнопку здесь вот в левом верхнем углу, три полоски такие, нажимаем на нее, и здесь у нас появляется контекстное меню. Видим «Войти» кнопка, и здесь у нас так же, как в основной версии сайта, у нас здесь есть все вкладки. Также можно нажать на каталог Oriflame, и у нас загрузится текущий каталог Oriflame. Можно его посмотреть, выписать коды понравившейся вам продукции и совершить заказ. Итак, сейчас у нас загружается каталог Oriflame. Также его можно посмотреть через телефон, увеличить, уменьшить, выписать коды и так далее. Для того, чтобы войти в свой личный кабинет, нажимаем снова на три полосочки меню наше контекстное и нажимаем кнопку «Войти». Нажимаем, вводим свой номер консультанта, пароль и нажимаем «Войти». У меня они уже сохранены на телефоне. Итак, мы вошли в личный кабинет компании Oriflame. Здесь у нас всплыло окошко с новостями. Закрываем его. Вся информация о текущем статусе, о вашем уровне у нас отображается здесь. Можно посмотреть так же, как в основном личном кабинете, если бы вы зашли через персональный компьютер. Итак, новости. Также можем здесь посмотреть все. Ниже у нас будет статистика, бизнес-планирование. Для того, чтобы совершить заказ через сотовый телефон или планшет, нам необходимо нажать на значок корзины в правом верхнем углу. И теперь мы переходим в корзину. Действия все те же самые, что и в личном кабинете с персонального компьютера. То есть мы заходим в корзину, добавляем больше продуктов, указываем коды понравившихся нам продуктов, добавляем их в корзину, переходим на второй шаг и оформляем заказ, выбираем место доставки и подтверждаем оформление заказа. С вами был Буласов Михаил. Желаю всем успехов в изучении, в работе и до новых встреч. Пока-пока!